Майнкрафт существует уже 6 лишним лет, однако популярность этой игры не угасает, а наоборот продолжает захватывать все больше геймеров в свои миры. Маркус Персон явно заложил в игру гипнотический 25-й кадр. Почему же она так популярна? Можно долго перечислять почему именно, но есть два очевидных факта. Это кастом-карты, которые могут создавать сами игроки, и различные очень мощные моды. В этом видео мы посмотрим на самые лучшие приключенческие карты для Майнкрафта, которые вам есть смысл опробовать. Дроппер — это многоуровневая карта на прохождение сразу в двух режимах — одиночном и кооперативном, и это не может не радовать. Всего здесь 16 уровней, каждый из которых достаточно сложен, так что не забывайте постоянно сохраняться. Для того, чтобы начать проходить новый уровень, необходимо сохраниться при помощи блока в железном коридоре, пройти до золотых блоков и тыкнуть по заветной кнопочке. Достаточно простая в исполнении карта, однако она заставит вас убить свое время, пройдя ее до конца. Вам нужно лишь попробовать один раз. Эта карта представляет из себя необитаемый остров, на котором вы будете вынуждены выживать, так как ваш корабль потерпел крушение. Вы единственный выживший, и поэтому вам предстоит испытать все трудности в одиночку, а их, поверьте нам, немало. По мере продвижения вглубь острова вы поймете, что кроме вас тут кто-то есть или был. На это вас найдут многочисленные туннели и ловушки, расположившиеся по всей площади карты. Сможете ли выбраться с этого адского места? Все в ваших руках. Наверное, многие смотрели мультфильм «История игрушек» или играли на PlayStation в эту игру. Очень интересная карта, в ней вам нужно проходить разные квесты и бродить по комнатам. Вначале вы появляетесь в главной большой комнате, как Buzz Lightyear, и начинаете свое путешествие. Карта максимально близко воссоздает картину былого. Эх, аж ностальгия берет. Adventure Time – настоящее произведение искусства. Карта воссоздана по мотивам одноименного мультсериала «Время приключений» и включает в себя множество узнаваемых локаций. Однако, если вам недостаточно того, чтобы просто наслаждаться видами, испытайте себя в прохождении сюжетной линии, которая также основана на эпизодах популярного сериала. Карта Super Mario Galaxy — это то, что нужно фанатам Марио. И не только. В ней вам предстоит изучить 7 галактик и добыть 7 золотых слитков для того, чтобы восстановить большую золотую звезду. В общем, исполнение в лучших традициях Mario Galaxy. Карта обязательно вам понравится. А на этом это все карты, о которых мы хотели вам рассказать в этом видео. В описании под видео вы найдете ссылки на эти карты. Пишите в комментариях, какую подборку или ролик вы бы хотели увидеть еще. Ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.